что, друзья, мы хотели ехать с утра, но с утра, во-первых, будет жарко ехать, а во-вторых, ну, сейчас собака будет спать ночью, ей будет более комфортно. И много дел в приюте, уже чтобы начинать ее реабилитировать. Сейчас забираем, сейчас сколько? 9 вечера. Забираем, едем, в 3 ночи мы приедем. В общем, держите кулачки за обратную дорогу. Сейчас покажем, как забираем. Спаниелька меня узнала. Не сказать, чтобы обрадовалась, но, собственно, она под обезболивающим обладает седативным средством, поэтому она, конечно, расслабленная, веленькая, да и операция была такая сложная. Сейчас врач все расскажет и едем. С назначением мотомбруки, дом все это просто будет. Вам необходимо принимать амоксициклав 250 мг по 1/2 таблеточке внутрь, утром и вечером. Это антибиотик, после операции хорошо работает, помогает. Левикокс – это нестероидное противовоспалительное средство, 57 мг. 2 раза в день, утром и вечером, желательно на улице. Мы ставим собачку таким вот образом. Лапки ставим правильно. Вот, нащупываем мочевой пузырь вот в этой области и аккуратненько, легонечко давим на него, пока она не пописывает. Вот. Утром и вечером он у вас будет наполненный, такой вы будете его прям чувствовать. Сейчас у него моча слита, поэтому мы с вами его даже потрогать не можем. Но вот это место вот, он может немного уходить в сторону головы, немного уходить в сторону хвоста. Это нормально, не пугайтесь. Иногда может вещать на мочеиспускание. Такое тоже бывает у животных. Вот. Писать может небольшими порциями. Вот. Поэтому необходимо несколько раз тогда. Она чуть пописывает, передохнула, прям капельку и опять выпила, ну, завели, и она еще чуть-чуть пописывала. Так, во время питания, когда она у вас будет кушать или пить водичку, собачку ставим в правильное положение, как должна кушать собака. Поставили лапки, тоже поставили правильно, за попочку немножко придерживаем. В таком положении кушаем, пьем водичку. Лежачим, сидячим нет, только в стоячем. Вот в таком положении пьем и едим. Не хотим пить, видимо. В общем, состояние спаниельки, конечно, вялое. Будем реабилитировать, восстанавливать и рассказывать вам обо всем.